Друзья, всем привет! Я сейчас иду на работу, и я сейчас просто офигел с цен. Сейчас расскажу, в чем дело. В общем, короче, зашел я в магазин, хотел купить зеленый чай, а там пачка 100-граммовая зеленого чая стоит 173 рубля. Представляете, 100 грамм чая зеленого, 173 рубля, чай Ахмат. Когда там он раньше стоил там по 90 рублей. Вот, и я себе покупал чай Гринфилд, вот 100-граммовую пачку. Она стоила тоже 90 с чем-то рублей, иногда по акции 64. А сейчас вот зеленый чай Ахмат 100-граммовый стоит 173 рубля. Я просто в шоке. Я просто в ахуе, друзья, таких цен. Это вот может от того, что доллар вот скаканул. Сейчас доллар стоит по 72, по 75 рублей. Ну, короче, вообще жесть. Блин, не знаю, куда мы катимся. Такие цены, блин. И, короче, что, я в итоге не купил. Потому что, ну, это дорого для меня. За 100-граммовую пачку отдавать 173 рубля. Ну это реально дорого. Вот. Так что такие вот. Буду пить черный чай. Там у меня есть черный чай на работе. Буду пить его. А получается, зеленый чай мне уже стал недоступен по карману. Охереть можно, блин. Вообще. Куда мы катимся? Ну реально, вот. Доллар недавно стоил только 67 рублей. Сейчас уже 72-75. Максимум доходил его до 75 рублей. Это охренеть, блин. А у меня еще этот вклад в банке. И получается, я по деньгам потерял вообще. Вот, сейчас уже. Вот такие вот дела, друзья. Что-то народу так хорошо с утра. Я говорю, я просто в шоке от таких цен. Куда нахуй? Сейчас бутылка колы стоит 135-140 рублей. Офигеть, блин. Получается, я потерял, потому что у меня там был рублевый вклад. Ну и соответственно, когда курс был 67, то в долларах это была большая сумма. А рубль обвалился, и все, блин. В долларах это получилось уже намного меньшая сумма. Вот так вот. Хранить деньги на вкладах. Друзья, это жесть. Это жестко. Вчера дует только одну погоду, чтобы более-менее нормальное тепло. Но, как обычно, пасмурно. Свинцовые тучи. Как обычно, пасмурно, друзья. Вот, сами посмотрите, все небо затянуло. Ну, оно, как бы сказать, оно даже и не без просветления, оно
И вчера было затянуто, и позавчера, и неделю назад. Все время пасмурно. Но слава богу, хоть дождь не идет. А то вчера вот я на работу шел, даже ролик для вас не смог длинный записать, потому что это дождь шел. Сегодня хоть дождя нет, только слава богу. Ну ладно, друзья. Конечно, я говорил, настроение у меня не очень хорошо. Хорошее в связи с такими ценами. Ну а что сделать? Надо жить дальше. Спасибо вам за просмотр. Счастья вам, здоровья, удачи. И всего самого наилучшего. Всем счастливо, всем пока. Увидимся.